Следствие начало проверку по факту смерти годовалой девочки в Брестской детской областной больнице. С просьбой разобраться в смерти дочери в правоохранительные органы обратилась мать ребенка, жительница Бреста. Женщина рассказала, что 27 июля у ее девочки повысилась температура до 39 градусов. Ребенок был доставлен в больницу, где после нескольких недель лечения 17 августа умер в реанимационном отделении. Врачи предполагали, что у маленькой пациентки энцефалит. Спустя некоторое время состояние девочки ухудшилось, начался флебит. Ее перевели в реанимацию, где она и скончалась от отека легких. В СК отметили, что правовая оценка действиям персонала о характере оказания медпомощи будет дана после проверки и экспертизы.